на занятия едем. О, видите как, с двумя малышами мать катит четырехколесным. Вот она где, на занятия. Вот они где, молодцы мои. Да как они развалились, а? Вот оно как. Занятие по Слову Божию. Вот крест, облака. О, руки опустил Ездра. Пристегнутый он, как космонавт. Ой. Ну-ка, давай. Так. Так. Смотри, что получается у нас на занятия. Это без опозданий. Христу. Как приятно видеть-то все это. А ты не пойдешь на все, заходите. Поди, вашу машину-то не угонят, никто. Надеюсь, нет. Закрыто? Это дом. Был когда-то клуб. Кинотеатр был. Пошел я ключ спросить, там закрыто на замок. Ну давай, согласен. Вот склад. Видел, какой длинный? Амбар, видела. А вон там видела его? Посмотри как-нибудь. А нет еще. Обязательно сходим. Вот отсюда выйдем и пойдем туда. Хорошо, я даже не обращала внимания. Вот сначала это склад, тут пшеница, там у него. Это... А нам можно туда? Можно. Просто не то, что можно, а нужно. Они там пшеницы в ворох могут упасть. Это им интересно так, пшеница как. Ох, главное, Ездра стоит на ногах. Вот у меня лемеш там есть, Марк, такой же вот. Еще это молюсь за него. Еврей приезжал. И ребенка назвал Игнатием. И записал в метриках его, что он еврей. Замечательно. Игнатий Тихонович, если Бог даст мне тоже еще внука, будет Игнатий. Ну, а вот. Если будет девочка, значит, в честь вашей мамы, Марии Егоровны. Нет, Мария Егоровна, зови Девора. Девора? Конечно, это самая большая женщина в Ветхом Завете. Да вы что? Да. Ну, она пророчится, то, что я... Ну, вот и все, это Девора я назови, Девора. Я тебя благословляю на это. А Мария... Слава Христу! Нас хватает, Мария, в одной деревне только их тут уже три. Давайте, заходим, сестры. А заходи-то, замочек висит. Так, там его техника какая, посмотрим. Здесь вот в эти же двери заходят, это школа. Сколько школа? На 9 классов, кажется, один ученик. Тоже хорошо. Ну да. Еще закрыто. Тоже хорошо. Ну дети-то конь кончают школу-то, все учатся дальше, в городе, в институтах. Ты не упади, не упади только. Чего она лопочет? Говорит, там закрыто. Закрыто, да. Закрыто. Так они дальше учатся в Барнауле, да? Кто? Ну, ребятишки, которые заканчивают школу. Ну, да. Кто-то, вот этот он, у Игоря сын, он закончил университет, вернулся теперь в деревню. А второй учится где-то там тоже, по сельскому хозяйству. У Андрея, вот, у Синова, сын тоже учится, но где-то в Камне-на-Оби. А, в Камню? Да, Степан. Понятно. То есть тут не так, что заглох и все, все учатся. Эй! Эй! Хлопцы! А, я понимаю, что вам весело здесь. Вот сейчас маленькая эта погода есть, купаться ходите по одному. Надо вдвоем, когда купаться. Ну да. А то это там еще не переплывет море-то. Надо удочки приготовить, я уже червей накопал. Да, да. Ну, наверное, засохли они. Брат Владимир показывал эту ну, штучку да. С червячками. Ну, вот, все, ну слава Христу. На рыбалку. Что, пойдем и все. Куда-то пойдем? Все на этом. Ася.